Добрый день. Я президент компании акционерного общества «Югостинская железная дорога». Нахожусь я сейчас в Белоруссии, в Минске, компании Skyway. Ну, я познакомился с данной компанией благодаря Белтранснет в Москве. И на сегодняшний день я убедился в том, что я не обманулся в плане, что я приехал сюда, и очень сильно сожалею о том, что я раньше не сделал это движение. Это технология, это, во-первых, доставка, скорость, это наука и знания в этом, технологические разработки, подход к вопросу по полной программе. И самое главное, стопроцентное доказательство о том, что эта технология правильная. И рядом со мной находятся люди, которые в действительности это все делают, строят. И я хочу, чтобы на моей маленькой родине было именно сделано то, что здесь я увидел. Экологически моя страна выиграет. Для меня это самое важное. И я хочу добиться, благодаря технологии Skyway, чтобы жить в горах было престижно. И думаю, что будущее за нами. Я уже сегодня убедился в этом.